Суд отпустил на поруки Александра Федорченко. Это стрелок, который ранил полицейского. Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Фейсбуке. Напомню, 15 февраля возле Соломенского суда в Киеве, где избирали меру пресечения одесскому градоначальнику, произошла потасовка между националистами и правоохранителями. Один полицейский получил пулевое ранение. По мнению Авакова, суд решил, что стрельба по полицейскому не тяжкое преступление и потребовал от Высшего совета правосудия немедленно отреагировать на действия судьи, а от прокуратуры и апелляционного суда справедливого решения по этому делу. Он также заявил, что может предложить Кабмину снять охрану с судов. А глава нацполиции Сергей Князев заявил, что за последний год пострадали 1500 полицейских, обеспечивая безопасность на массовых мероприятиях, в том числе при охране судов.